господа, начинайте аплодировать громко и кричать громко то самое праздничное «Ура!». Торжественная обстановка и сотни гостей. Так, в районе автовокзала на Русской 2К открылся один из самых больших торгово-развлекательных центров Владивостока «Дружба». Внутри гостей ожидал настоящий праздник. По залам разгуливают герои известных кинолент и мультфильмов. На каждом этаже конкурсы и необычные фотозоны. Кто-то в дань Хэллоуину выбирает снимок с тыквами, кто-то, как в советское время, с семьей фотографируется на фоне ковра. Пока взрослые присматриваются к магазинам, дети с удовольствием играют с аниматорами, участвуют в конкурсах. А на последнем этаже выстраиваются целые очереди за бесплатной сахарной ватой. Здесь же все желающие участвуют в лотерее. Итак, сертификат на сумму 1000 рублей. Вот уже все. Оксана, вы очень быстро. Ольга Павловна Фуганова. Дай бог правильно назвал. Это вы? Да что же вы такая везучая это сегодня? Аплодисменты ей, прошу. Гости праздника времени не теряют, тут же оценивают кухню фудкорта, а самые активные за эмоциями отправляются в батутный центр. Здесь он самый большой в городе. В честь праздника во всем торгово-развлекательном центре объявлены скидки до 50%. К слову, на 40 тысячах квадратных метров «Дружбы» разместились известные крупные бренды. И найти здесь можно абсолютно все, от одежды до товаров для дома и мебели. Для посетителей предусмотрена парковка на 400 мест. Я думаю, для второй речки это полезный торговый центр. Специально приехали посмотреть. Как все тут организовано, очень интересно было, как открытие проходит. Я живу напротив, услышала, что праздник, дети меня потянули, мама, пойдем. Вот мы собрались и пришли сюда. Развлекательная программа продолжилась до самого вечера. Ведущие разыграли среди посетителей 150 подарков. В завершении на улице всех ожидал праздничный фейерверк и лазерная анимация, которые стали настоящим подарком для горожан. Инна Щедрова, Василий Косилов, новости на 8.